Всем привет, с вами мисс Мишто 4 и... Арти Триман. И у меня шушняк. Шушняк у меня. Мы Бен, должны... хватит пить. Оп. И чё мы прыгаем? Бежать надо. Пошли давай, я даже не знаю, что тут за хрень происходит, так что объясняй мне, я уж не помню. Да. Мы спускаемся в ад. Почему? Потому что, зная столько, то, сколько мы сейчас вниз будем лететь, это было странно. О-о-о! Только поэтому. Чё ты как, них человек? Надо быть четким. А, кстати, ты пропустил вот такая эту штуку. Хрен с ней. Эй, иди сюда! Господи. Этот человек, он неисправим. Иди сюда, вон, видишь. Доволен? Да, все, пошли. Бежим. Как патрон зарепрать. Да, это надо делать. У нас тут зомби-апокалипсис. Если ты не забыл. Ну, зомби почему-то здесь нету. Где, где? Че это за хрень, которую я собрал? Это очки. Кто что хочет? Эй, стоять, без меня не начинай. Вечеринка еще начинается, только-только. Брат. Ку. У меня дробовик есть, что я пай. Это кто? Дебора. Дебора. Дебра. Дебо. Дебора. 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 Дебра. Дебра. Как тебе ее прикид? Прикольно. Тебе еще нести ее. Мне она зомби станет? Мутантом. А ноги можно? А, да, она ведь будет босс вроде, да, как я помню? Угу. Она твоя сестра, если что. Как им не холодно? Чё ли он сказал, я не услышал. Я вообще не читал. Я бы сказал, мы чё, ради этого шли сюда шли, а? Вообще да. Вау! Вот это ракурсы. Да я знаю. Кстати, ты драться не можешь, если что. Хотя, не, ногами. Ух ты, я вижу. Не, это надо прикрыть чем-нибудь, вот. Господи. Вот когда я дерусь, то я вижу... Я красную попку. Ха, вау. Не прикрывай, брат. Я хочу на это посмотреть. Трава! Так давай, иди сюда, посмотри. Слышь, иди сюда, посмотри. Я не увижу. Так, я буду бить, когда ты увидишь. Смотри. Подожди, подожди, подожди. Давай. Ля. Тема, стой. Стой, Тема. Сюда иди. Ля. Ля-ля, чувак. Это круто. Блин, невозможно на это смотреть. Блин, как будто такое ощущение, что... А? Я тут братана с прогиба вообще сломал. Патрон-то нет. А! Спасибо. Ладно, все, хватит смотреть. Пора заняться делом. Ну кедок это как бы нормально, все равно бот, по-моему. Оп. Прогиба. Уил его. Да, пацаны будут были в восторге, наверное, когда все вот это играли. Какохи. Чё за хрень? Ты я спрашиваешь? А, да. Огромная да. Акула-убийца. Смотри. Не только такая Хелина прекрасна с собой, но еще ее на и сестры тоже. Бывшие сестры. А что бывшие? Это единственная сестра у меня. Ну я про сестру люблю. Господи, бедный мужик.
Побей ты ее башкой-то, на. Че, потроши. Можем мне на... А, нет, автомата нет. Бэм. Бэм. Да падай ты уже. А че именно я должен ее тащить? Почему не Леон? Леону было бы хорошо. А? Потому что Гладиолус. А чё я-то сразу? Я ну, прикольно, тут... такая, как ножки было бы покрут, потрогать. Я просто тут красиво волосы, все. А чё она так ее держит? Почему не на руках? Ты знаешь ответ на этот вопрос. Оп, оп, оп. Я уже прохожу, тут все сломано. Вот для чего я еще нужен. Я еще там сзади, по-моему, друзья идут. Я такой, тащу, тащу, сзади такой. Это что было вообще? Давай, что там заранее там происходит? Там орги, брат. Смотрите, так крутить ее на... Это как, юбка или что это болтается? Это Assassin's Creed, брат. Проходит. Да, сзади! Да, падла. Ты сперматозоид хрена. Какие слова-то знаю, да? Вот здесь она им станет. О. Сейчас. Я был неожидан. Удивлен. Я дошел до места. Поиск партнера, ты где там? Это не меня ищет. Пропустка. Все равно никого не найдет. Я не могу пропустить, у меня продолжение. Это пожалуйста, я. Подождите. А, нет, все, загрузка. Я пропустил, по-моему. Локальная игра. Мы играем не по локальной сети. Мы играем. Тема, слушай. А. Вот это присоединение, это как бы присоединение других игроков. Короче. Тут как бы компания за эту. За Эйду Вонг. Вот. Поймешь почему. А, здесь еще должна Эйда что ли быть? Да. Опа, смотри, что с ней случилось. Сейчас все очень плохо будет. У меня пол, знаешь какой? А чем она еще сильнее будет, будет изменена после этого, а? Скажи мне. Это что? Она же и есть вот монстр-то. Да. Эйда. Привет. Отлично, знакомство, да? Это Эйда Вонг, да? А, да, да, да. Да, это Эйда Вонг. Мать её. Она мне знаешь кого напоминает? Одну девку из Devil May Cry 4. Ой, 3. Которая еще была с этим... Как ее? Она... С RPG. А мне так она самого Данте напоминает. Не, она как... Я подумал, что в третьей части, допустим, Данте полюбит ту девку, которая им помогала. Вот. Но на самом деле это как женился на какой-то... такой вызывающий. Землетрясение, брат. Одежда. Но это не время. А, не, нам надо, короче, валить сейчас было. Или драться, я не помню. Господи. Паук. Уйди. Ауч. Ты там как, весело? Хорошо. Наслаждайся жизнью. Я не вижу ее половой орган. Они должны быть. Короче, я полетел вниз. Я вижу только тебя. Почему я себя-то не вижу? Я что, сдохла? А, нет, все, со мной окей. А я с Айда Вонг. Что ты хочешь-то? Мне повезло. Где Айда? А, да. Айда со мной.
Но в компании за Эйду Вон в коопе там будет... О, мужицкий дождь. Смотри, что я сделал, я вообще прыгнул с охренительной скоростью. Что-то управление немного изменилось. Давит экрана. Оп. Наконец-то я могу поиграть, а не хрень устро... Чё это было? Чё? Кто это? Как? Паркур это был, брат. Кольцо? Мы чё, женимся, что ли? Вау. Неожиданно. Ты там как? Да, нормально. Нормально, только убивают, да? Оп. Оп. Ушел. Оп. Оп. Джамп. Да, я прыгнул с охренительной скоростью. О, господи! Какой ты умный, чем? Ну что, будет? Думал, что до меня не допрет, что нужно рычаг поднять? Честно? Да. Да. Ой, ты! Это кто, э? Это женщина. Дебра! Отлично. Смотри, что она творит. Ни стыда, ни совесть. Я остановлю. Что мне делать? Я не могу спрыгнуть. Ты не Дебра, можешь, это моя сестра. Я должен с ней справиться. Дебра! Как я спрыгнул? Ты спрыгнул. Телепортировался. Шла вон. Ух ты, отлично. Фигура. Гаси ее. Гопай ее. Господи, она ушла. Я не стреляю, но все равно я ей говорю, Дебра, не надо. Вау, это что было? Стреляй! Это как в Dead Space, эти оранжевые щели на теле. Бля, Тём, подгоняй сюда, на. Взорвём. Пошлё, бада-бум. Пятый элемент. Ай! Это было больно. Знаете ли. Кстати, там никто не даст. О, ну. Это тебя убили. Молодец. Не надо было к ней подходить. Она сама на меня прыгнула, брат. Я говорю, вот это вот быстрое нажимание клавиш меня упарило. Да, ты говорил, что это круто. Нет. Ты говорил об этом. Это круто. А? Ты говорил, это круто. Я сказал, что это дерьмово. Наоборот, я говорил. Наоборот, я. Мы. Где ее половые органы? Я ее не вижу. А где соски? Они отвалились. Да. Пятая часть вот по формам отдыхает. По голубизне отдыхает. Ой, не голубизне, а знаешь... По вот всей вот этой вот. По цензуре. По цензуре. Отдыхает. Да вообще, по-моему, катком вообще охренели. Вообще без цензуры. На меня, прыгай на чем. Да, я твоя сестра, на меня прыгай, я с удовольствием. Что сделаю? Я не хочу знать, что ты сейчас скажешь. Ну как? Отвечу взаимностью, вот. На него, на него, на него, не на меня, не на меня. Не пробайка, нахер. Куда стрелять, он порос. Запинай его ее. А, вот тот самый падение-то, да? Уи! Здесь много всякой всячины. А, да, здравствуй. Еще падают. У тебя люди не падают. Тебе нужны девочки, да? Вау. Я упал. А что за Дебру... Ой, фу, то Эйду нельзя играть. За Эйду можно играть. Она единственный персонаж в своем этом сюжете. Чё?
Ну, да, своей он... этой как... сюжетной линии? Да. Напарника-то нету? Есть. Вот это самое интересное. Что с напарником? Что без него? Дэб работает напарником. Тоже. Кто под напарником? Я. А я что, за Дэбру буду играть? Ты будешь играть за Эйду. А, да, за Эйду. Я уж всех путаю. Да что, долго я тут буду? Не знаю, бегать там. Я уж прибежал. Упоротость на каждом шагу. Чуваки, я... Тан-тан-тан-тан. Давай, отходи от меня. Я стрелять буду тебе в жопу. Ладно, все, хватит, конечно, подходу. Ух ты. Эйда, мне нравилось, когда ты была голая. Эйда. Ты о чем? Ладно, забей. Тот ролик-то знаешь? Сиськи. А. Я тебе помогаю, если что. Я тебе тоже помогаю, если что. О, я в тебя стреляю. Сэй, ты не включил этот самый мод-то? Какой? На убиение друг друга. Зачем? Ну что ты делаешь, что? Тема. А. Вот это самый экшен, да? Ложись. А, кстати, когда глава закончится? Тема, можно просто вот так вот лежать так-то, не обязательно стрелять. I'm sorry. Я уже она еще что, живая, что ли? Ну как ты видишь? Не, сейчас ничего не было. Человека, стена. Бум. Паркур. Прыгал человек-паук. Не, человек-пауку больно, когда он падает вниз. Да-да. Dead Space. Брат. Да, опять какая-то паук, пойди паук. Да. Свои налево. Можешь помочь? Спасибо. Опять его не видишь, блин. Невидимый. Блин, у меня мало жизни. Нормально. У меня не больше, не больше. Блин, у меня травы нету. И пшикалки тоже. Блин, я поставил динамит. Что делать-то? Я стрельнул. Ну, попал я. У меня патронов нет. Плохо быть тобой. Ложись! Помоги мне! Мне помогает! Да! Или как там? А ты говорил, что искусственный интеллект в этой игре плохой. Мне скоро капец. Ложись! Капец. Друзья. Прошу. Бом. О, у меня полная жизнь, кстати. Я тебя вообще-то их восстановил, брат. А-а-а. Балда. У меня сейчас спрей. Куда она ушла, что, блин, опять? Мы полетели в дно. Как думаешь, она умерла? Не знаю. Пока. Я сейчас против нее буду. А-а-а. Фу. Я против нее. У меня ж патронов нет даже практически. Я из прикол, я не помню, что делать надо. Я умер. Надо было тебе стрелять. Угу. Как стрелять-то? У меня остался из патронов одни сраные хрени, как их там, обрез остался, там это как сразу стреляет и ни хрена не попадает. Господи. Пропускай всю эту бельберду, у меня FPS. Оба попали. Эйда там висит, ей норма. Пока. Шо за...
Чё было-то? Ты ее схватишь. Она что будет делать? Убить тебя хочет? No more tears. Not until I avenge death. Вопрос, кому она отомстит? Остается. Forgive me. Пока. Так она до сих пор осталась как разумно-то или нет? Я без понятия. Шлюха. Так, ладно. Иду споры, кстати, в интернете, что между Леоном и Эйдой что-то есть. Флэшбэк! Deborah, look at me. We're gonna get through this. See, Mom. No, let her go! Let her get away from me! Not her! Not my sister! Take me! Please! I'll do anything! Please! Please! Please don't hurt her! Deborah! Кто из вас младше? I didn't know what else to do. I helped him. I helped Simmons breach the president's security. That sounds like Simmons, all right. Why the hell would he do all this? Long story. Четкий телефон, да? We're up against the people who really run this country. Ничего, он такой в кармане таскать. Да, мне даже такого в кармане нету. У меня дерьмовый сраный телефон. Не-не-не, он вообще квадратный на самом деле. Прикинь, короче, ложишь штаны, садишься. Э! У него что сейчас, это как батаран, как у Бэтмена был, эта штука? Я чё, о чём говорю? Бэтмен! I'm Batman! Batman! Симмонс. Иман. Вот она ему и будет мстить, чего? Ладно. Итак, конец второй главы, пацаны. И нашего видео. Ладно, так. Смотри, сколько мы проходили эту главу, я манал. 1:22. Это в итоге, и всего мы это прошли за... За три части, вроде. За три части мы эту главу прошли. У меня понятно. Не три, у меня пятая уже вроде идет. В смысле пятая? У меня сейчас вроде пятая часть уже. Ну, короче, посчитаем после. Так что, с вами были Арти Триман. И Мистер Мечта 4. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, если вам понравилось видео и просто прохождение чего-либо. Все, давайте. Или наши комментарии. Всем пока.